жаңы жылдык дастарконду түрдүү тамак аш менен бирге жеңил десерт менен толуктасаңыз болот. Үй кожойкелери үчүн мындай жеңил десерттердин бирин ашпозчу Фархат Абдурахманов көрсөтүп берет. Ну, мы приготовим такой легкий десерт. Нам понадобятся сливки кондитерские. Начиним мы этим кремом из рикотты. Такие обычные сейчас тоже везде в магазинах продаются. Это тарталетки. Ну, так, чтобы вам сейчас быстренько показать тот десерт, который можно приготовить, ну, буквально, скажем, за 10 минут. Поэтому, я думаю, будет вам интересно. Давайте приступим. Рикотта сейчас тоже в некоторых магазинах в городе продается. Нам потребуется грамм 80-100 рикотты. Сахарная пудра. Почему пудра? Ну, просто перемолотый сахар. 2 чайные ложки, чтобы она не была слишком сладким. Нальем сразу часть сливок наших. Мы превратим это все в одну такую кремообразную массу. Масса такая стала однородная, кремообразная, такой блестящий. Сливки можно, конечно, сделать немножко такую другую технологию. То есть творог этот, да, если у вас время есть побольше, взять рикотту, перебить сухую без добавления сливок с сахаром, а сливки отдельно взбить и добавить туда взбитые. Тогда масса получится более пышная. Но это немножко, конечно, больше времени на это уйдет. Начиним. Наши тарталеточки с ягодами. Сейчас в городе тоже проблем нету, даже в зимнее время года. Ну вот, готов наш десерт. Я думаю, можно дегустировать. Керектелүүчү азыктар: 80-100 грамм рикотта сыры, 2-3 аш кашык каймак, 2 чай кашык кумшекер упасы, конуктордун санына жараша тарталетка.